Ночной снегопад внес свои коррективы в работу коммунальных служб. Сегодня ожидается ухудшение погодных условий. По информации МЧС России по Московской области, 13 января на территории всего Подмосковья ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, местами гололед. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 метров в секунду с усилением до 17-20 метров в секунду. Глава муниципалитета Олег Хромов и председатель Совета депутатов Валерий Венцель поздравили работников средств массовой информации Ленинского муниципального района с Днем российской печати. Благодаря вашей профессиональной работе в Ленинском районе созданы условия для конструктивного гражданского диалога. Вы объединяете людей. Вам доверяют, к вам прислушиваются. Желаем вам новых ярких творческих проектов, остроты пера и слова, профессионального роста и вдохновения. В Центральном парке отдыха города Видное коллектив Дома культуры «Буревестник» провел для детей развлекательную игровую программу «Новогодние чудеса» с доставкой на дом, где каждый ребенок смог почувствовать себя участником большой новогодней сказки. В ходе мероприятия дети рассказывали, как они украшали дома елку, пели песни, водили хороводы, участвовали в интересных играх. В конце праздника каждый пришедший получил новогодний подарок и уйму хороших впечатлений. В Центре развития молодежи «Юность» прошел мастер-класс витражной росписи. Любой желающий мог попробовать себя в роли художника по витражу и освоить новую технику. Все участники мастер-класса ушли с уникальными рождественскими украшениями и сувенирами, сделанными своими руками.